Здравствуйте, это «Новостройка», программа о квартирах и о том, как правильно их покупать. Сегодня мы поговорим о некоторых жилищных ценностях, которые, как правило, скрыты от покупателя. Их нельзя увидеть, нельзя потрогать руками, но они существуют и стоят немало денег. А еще они непременно будут влиять на вашу жизнь в новой квартире. Хорошие соседи. Откуда они берутся и как от них зависит состояние вашего кошелька. Вот сюда столы ставят, много столов. Вот так вот. Правильная управляющая компания. Чем она должна заниматься и сколько денег может сэкономить. Здесь у нас находится узел управления теплом и горячим водоснабжением на весь жилой дом. Дневник новостройки. Как выросла за июль самая высокая многоэтажка Хакасии. Можно не переживать, все будет тепло, светло, уютно и комфортно. Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака друг человека? А у нас управдом друг человека. Отдельные и неоднозначные правила социалистического общежития, в шутливой форме показанные в фильме «Бриллиантовая рука», как ни печально, до сих пор актуальны для львиной части городского населения нашей страны. Ведь люди в городах в основном так и живут, через стенку и друг на другом в больших многоэтажных бетонных и кирпичных коробках. В отличие от советских времен, горожане стали называться частными собственниками своих квартир. Но, как и прежде, все общедомовые вопросы им приходится решать всем вместе и только сообща. И управление домом, и поведение соседей так и остались факторами, от которых трудно отгородиться даже за железной дверью приватизированной квартиры. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Семен Семенович. Да. Наши люди в булочную на такси не ездят. Жительница Абакана Таисия Петровна Гончарова 30 лет отработала в книжном магазине «Кругозор». И большую часть этого времени жила в частном доме. Выйдя на пенсию, переселилась в многоэтажку. Теперь это ее дом. Лето началось, и вроде хочется как вот пообщаться с растениями, с цветами. Я люблю цветы, у меня на балконе много цветов. И я решила сюда посадить. Это все вы посадили, да? Да, все. Покажите, я. Какие здесь, какие? Вот там вот это 4 георгина разных цветов, да? Ну, а это разные. К новому жилью, хоть это и многоквартирный дом, Таисия Петровна относится как к своему. Кроме разведения и поливки цветов, она следит здесь за порядком и активно участвует во всех общедомовых событиях. Таких, например, как праздник «День соседей», который 2 месяца назад организовать дому помогла управляющая компания. А вот сюда столы ставят, много столов. Вот так вот. Все, тут директор присутствует. Вот тут вот концерт идет, ставят концерты, поют, танцуют. Туда вешают все рисунки. Потом их тоже награждают. А тут играют. Здесь дом большой, даже из того дома приходят играть. А вот скажите, почему вот это вот важно? Что это дает потом вообще соседям? Их какое-то отношение меняется к дому там или друг к другу? Если я вот заехала сюда жить, я никого не знаю. Если я не буду выходить общаться с людям, я как буду знать их? А тут более-менее кто-то вышел, и все, ты вот познакомились. А давай мы с тобой познакомимся, поразговариваем. На кулинарный конкурс в рамках «Дня соседей» Таисия Петровна испекла вафли. Они всем так понравились, что их автору присудили 1-е место на празднике и вручили подарок. Победительница, в свою очередь, за все благодарит их жилищную организацию. Их работники сделали 3 торта больших таких, вот, прям красиво. Ребятишки, конфеты, чашки, все это администрация делает. Все было именно по-семейному, все было именно по-соседски. Именно мы обеспечили определенные продукты для чаепития. И на первое мероприятие откликнулись немногие. А уже когда на 2-й год, когда люди посмотрели, что это действительно мероприятие именно для соседей, да, что именно для них и для их участия, то в этом году это было уже довольно-таки более расширенное мероприятие. И очень много было народу. Даже из соседних домов приходили у нас люди, которые хотели просто посмотреть на то, как проводится это мероприятие. Что это дает? А дает это общение. По словам Александра Михайловича, сплотить жильцов, конечно, тяжело, но если это удастся, эффект получается вполне материальный. Бережнее и уважительнее люди начинают относиться не только друг к другу, но и к их общему имуществу. Мусора и поломанных скамеек тут сразу становится меньше, на газонах появляются общие цветники, свет в подъезде начинают экономить.
Когда собственники начинают вести себя по-хозяйски, обслуживание дома им же становится дешевле. Если вы думаете, что купив квартиру, вы больше не будете тратить на нее деньги, то вы глубоко ошибаетесь. Как минимум каждый месяц вы будете платить снова и снова только не продавцу, а жилищной организации. Поэтому, выбирая квартиру, эти траты тоже нужно учитывать и планировать. Здесь у нас находится узел управления теплом и горячим водоснабжением на весь жилой дом. То есть помимо основного узла учета, установленного здесь, есть специальное оборудование для автоматической регулировки, которое выставляется по параметрам определенным в режим, и система сама автоматически регулирует. Система называется система климат. Регулирует полностью подачу горячей воды и подачу отопления в температурном режиме. Побывать в подвале образцового дома не только приятно, но и поучительно. Все приборы здесь помогают людям платить только за те коммунальные ресурсы, которые они реально получают. Вот прибор, который указывает количество теплоты и ее параметры. Вот температура на входе сейчас 67,94 градуса. То есть это соответствует сегодняшний день подачи вот именно горячей воды. А обратный трубопровод 47 градусов, что тоже соответствует параметрам воды отработанной. Умные приборы не только все учитывают, но и экономят. Например, весной, когда солнце припекает, а отопление во всем городе еще не отключили, система климат позволяет в ручном режиме регулировать подачу тепла в отдельно взятый дом. Сам процесс смешивания происходит именно здесь, на узле управления. За счет температурных датчиков происходит регулировка именно подачи подающего трубопровода. Он чем сильнее поджимается, тем больше подмес идет обратной воды. Соответственно, температура снижается. Она пониже температуры воды. Да. Да, здесь входящая высокая температура. Раз мы уменьшаем количество подающей воды, мы уменьшаем и количество тех гигакалорий, которые стратили на дом. Соответственно, и отсюда, и цена, все это складывается на жильцов именно в оплату за тепло полученное. Они платят меньше. Само собой, да. В наших домах в основном вот однокомнатная квартира в сезон отопления, ну, максимально, я думаю, где-то рублей 800 с небольшим рублей выходит за однокомнату 42-46 квадратов. Это только за тепло. Экономить деньги жителей здесь даже утеплитель труб. Он полиуретановый и покрыт фольгой. Теплопотери в такой трубе минимальные, и люди платят за тепло в своей квартире, а не за лишний обогрев подвала. Через несколько минут мы продолжим знакомиться с тем, как ваш кошелек и настроение будут зависеть от работы управляющей компании. А сейчас наш традиционный дневник новостройки. За июль первая в Хакасии 17-этажка подросла сразу на 2 этажа. И сейчас работы ведутся уже на 14 уровне. Высотный монтаж идет быстрее, ведь технология теперь отработана. Июльские дожди на качестве строительства никак не сказались, ведь наша новостройка – одна из немногих в Абакане, главные несущие конструкции которой, в том числе все столбы, ригеля и плиты перекрытия, изготавливается в заводских условиях в Красноярске. По мере роста многоэтажки тянутся вверх ее наружные стены из автоклавного газобетона «Сибит». Снаружи этот материал совсем скоро начнет утепляться уникальной для Абакана фасадной системой «Церезит». Она позволит украсить весь дом яркой штукатуркой и лепниной под окнами. Их монтаж, кстати, тоже ведется ударными темпами. В среднем у нас уходит 2 дня на этаж на утепление. Вот, это мы двигаемся с опережением графика. То есть у нас поставка, подъем окон на этаж, и после этого 2 дня и полностью этаж у нас уже смонтированы все окна. Строители стараются. В Абакане это будет не просто первый 17-этажный дом, но и первопроходец в области целого ряда передовых технологий, начиная от монолитной плиты в основании дома, новой фасадной системы и заканчивая разноцветными стеклопакетами. Само собой стараемся, как бы за это можно не переживать, все будет тепло, светло, уютно и комфортно. Продолжая прогулку по идеальному подвалу дома, стоит отметить еще одну вещь, которая правильно считает деньги жильцов. Это раздельная система учета коммунальных ресурсов для жилых и нежилых помещений.
Это позволяет более корректно производить необходимые работы и регулировки именно непосредственно там, где это необходимо. У жилых помещений, когда мы делаем работы, они никак не касаются к нежилым и нежилые, когда мы что-то проводим, какие-то работы профилактические, никак к жилым не относятся. Лифт в умном доме тоже деньгосберегающий. Кроме табло, информирующих жильцов о движении по этажам, он оборудован еще и датчиками движения. С ними лифт меньше ломается. При закрывании двери, если вдруг возникла какая-то помеха, дверь до конца не закроется и, соответственно, никого не прижмет. Датчик сработал, да, потому что есть помеха в дверном проеме, и, соответственно, датчик не позволяет уже дальше произвести закрывание двери, чтобы не испортился и механизм, и, соответственно, не повредить того, кто входит в лифт. Войдя в лифт, первое, что бросается в глаза, его зеркальная поверхность. Как выясняется, это даже не стекло. Зеркальная стена, она сделана именно на металле. Это ошлифованная металлическая поверхность и нержавеющая, которая, соответственно, позволяет легко за ней ухаживать и, соответственно, создает дополнительный комфорт. Избежать порчи общего имущества в современных умных домах позволяют камеры видеонаблюдения. Жилищная организация Александра Безматерных этот вопрос уже проработала, и для его реализации ей требуется только согласие жильцов. Цена вопроса в пределах от 250 до 300 тысяч рублей вот на весь наш квартал, вот здесь. Практически 10 подъездов. Жильца сколько это получается? Это жильца в пределах, ну, где-то 500-600 рублей собственника жильца именно на монтаж этого оборудования. А дальше эта организация по обслуживанию готова заключать договоры индивидуально с каждым из жильцов за символическую плату наподобие как домофона в пределах 40-50 рублей в месяц на то, чтобы человек именно мог пользоваться этим видеоресурсом. Новый дом компании «Власта Инвест» будет оснащен по самому последнему слову техники. За счет уже проверенной системы «Климат» он будет экономно расходовать коммунальные ресурсы, а значит и деньги собственников. Просторные и проветриваемые лифты будут радовать всех жильцов скоростью и комфортом, а качественные услуги в обслуживании новостройки предложит управляющая компания «Власта Инвест Дом» – структурное подразделение застройщика. Это еще одна выгода покупателей жилья в этом доме. По сути, строители не бросают построенный дом на произвол судьбы, а продолжают его опекать и на долгие годы отвечать за качество своей работы перед жителями. От управляющей компании очень много зависит. И наша управляющая компания делает все, чтобы нам здесь жилось комфортно. Мы планируем поменять квартиру на, ну, расширяться. Ну, вот недалеко строится дом, тоже «Власта Инвест». Мы планируем покупать квартиру там. Благодаря своему ответственному подходу и уважению прав покупателей, в 2016 году компания «Власта Инвест» получила золотой знак на Всероссийском саммите «Надежный застройщик России». Всего по стране такой награды были удостоены только 289 компаний. По результатам гражданского и государственного контроля «Власта Инвест» показала максимальную надежность, а также отсутствие претензий со стороны контролирующих органов и жалоб со стороны покупателей. В этом году строители из Хакасии повторили свой успех. Уже в ноябре во Дворце Конгресса в Санкт-Петербурга фонд развития механизмов гражданского контроля снова наградит «Власту Инвест» золотым знаком, как одного из самых надежных застройщиков России. С момента выхода первой серии новостройки прошло ровно 100 дней. За это время наш дом вырос, он стал в 2 раза выше, уже появились квартиры, готовые под отделку, и скоро он будет наряжаться в свой неповторимый фасад. Пока дом не заселится, мы будем с вами, и в следующий раз увидимся уже через 2 недели.